Друзья, всем привет! Рада, что заглянули на мой канал. Давайте сегодня приготовим очень вкусный экзотический пирог манго-маракуйя. Для заварного крема в сотейник отправляем 2 желтка, 130 мл молока, 30 граммов сахара, щепотка ванилина, 12 грамм кукурузного крахмала и при постоянном помешивании отправляем на огонь для уваривания. Вот такое состояние должно получиться. Перекладываем в чашу, накрываем пищевой пленкой и отправляем остывать. Для желейного слоя к 70 грамм пюре маракуйи добавляем 50 граммов воды и 40 граммов сахара. Прогреваем и отправляем 6 грамм набухшего желатина. Перемешиваем. Когда заварная основа остыла до комнатной температуры, начинаем потихонечку взбивать и в несколько заходов добавлять мягкое сливочное масло. У меня 50 граммов. Заранее подготовила ванильный бисквит, срезала верхушку и соорудила вот такую конструкцию. Кольцо, ацетатная лента и подложка. Тщательно пропитываю бисквит молоком и сверху выкладываю готовый заварной крем, подравнивая, подтряхивая форму вместе с кольцом. Нарезаю на некрупные кусочки 400 граммов манго и аккуратно распределяю сверху по крему. Далее желейный слой с пюре маракуйя. С помощью кисточки распределяю, заполняя все пустоты. Далее отправляем пирог в холодильник на 5-6 часов. У меня пирог простоял 4 часа и желейный слой отлично схватился. Убираю кольцо, ацетатную ленту и можно наслаждаться результатом. Взгляните, какой красивый, яркий получается. Очень нежный, вкусный, с приятной кислинкой маракуйи пирог получился. Это отличное решение к летнему дню. Обязательно советую его приготовить. Ну и желаю приятного аппетита и до встречи!